Елена Викторовна, после того, как у нас началась в стране пенсионная реформа, для людей, которые подходят к пенсионному возрасту, возникает, мне кажется, все больше вопросов, а ясности все меньше. И вот одна из таких тем – это стаж и вот эти пенсионные баллы, или коэффициенты их называют. И именно об этом хотелось бы с вами сегодня поговорить. Для начала напомним, что согласно федеральному закону о страховых пенсиях, да, для человека наступает, ну, как бы право на эту страховую пенсию и на то, чтобы ему начислили, и чтобы начали деньги выдавать при соблюдении трех условий. Да? Это достижение пенсионного возраста, это стажа страхового наличия и это какой-то минимальный размер коэффициентов. Он сегодня какой должен быть? В этом году минимальный размер для того, чтобы пойти на пенсию, 28,2. В следующем, 25-м году, тоже достигнет предельного, 30 баллов. 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Эти коэффициенты берутся, как образуется минимальный коэффициент или максимальный коэффициент? От чего это зависит? Мы все с вами работаем, допустим, кто работает по трудовому договору, он состоит в правоотношениях с работодателем, да, соответственно, за него работодатель уплачивает страховые взносы, да, в размере 22%, а из них 16 идет на индивидуальный тариф, и, соответственно, исходя из вот этих денежных средств, формируются уже индивидуальные пенсионные коэффициенты. Соответственно, конечно, у нас есть максимальная налогооблагаемая база, да, допустим, для работающих пенсионеров. Там она стоит там, больше 2 миллионов в этом году. И рассчитывается по отношению, сколько гражданин заработал, сколько за него страховых взносов, сколько у него заработная плата. И, соответственно, уже идет отношение, рассчитываются индивидуальные пенсионные коэффициенты. Не более 10 можно заработать в год для того, да, кто состоит в трудовых отношениях. Но бывают ситуации, когда, например, у человека он начинает оформлять пенсию, у него недостаточно стажа. Прочитала, просто наткнулась на новость, что работники, люди, граждане России могут приобрести дополнительные вот эти вот единицы стажа или баллов. Так ли это? И что здесь надо знать? Какие должны быть условия? Ну, как я уже говорила, да, самый легкий способ приобрести эти баллы – это вступить в трудовой договор, да, работать. Если гражданин по каким-то обстоятельствам, да, не предполагает дальнейшей трудовой деятельности по трудовому соглашению, соответственно, он может стать самозанятым, применяющим налог на профессиональный доход. И эта категория граждан, она вообще освобождена от уплаты обязательных страховых отчислений в социальный фонд. Но, однако, они могут зарегистрироваться, подать заявление и вступить в добровольные правоотношения и, соответственно, начать уплачивать вот эти платежи, чтобы у них формировался стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты. Если работодатель установленный процент переводит, да, то самозанятый, для него это тоже установленный процент от заработка или каким это образом? Тут зависит все от того, что хочет самозанятый. Да? Если он хочет, допустим, себе стаж, вот у него мужчина, допустим, достиг возраста 58 лет. Ему не хватает до пенсии 2 года. Но у него при этом есть весь северный стаж. Ему надо 25, а у него 23 года страхового стажа и 15 лет севера. И вот ему 58 лет. И он понимает, что я больше работать не буду. Вот я хочу, ну, все-таки пенсию я хочу. И, соответственно, он может вступить в добровольные правоотношения с социальным фондом, да, написав заявление. И тем самым начать формировать. Для того, чтобы включить, допустим, целый год, необходимо уплатить минимальный размер страховых взносов. Он составляет там 50 798 рублей 88 копеек. 50 тысяч в год? Да. Но, соответственно, если ему необходим стаж, то, соответственно, он может ограничиться вот этим минимальным взносом. И тогда у него весь год войдет. Да? А баллов у него, допустим, достаточно. Да? Допустим, у него там 40 или 50 баллов. А баллы зависят от того, какую зарплату он получал и сколько платил налогов работодатель. Да. От этой зарплаты. Да. Угу. Вот. И, соответственно, он вступает в добровольные правоотношения, начинает вот эту уплату 50 тысяч, и у него весь год войдет в страховой стаж. Но он приобретет, одновременно он приобретет и индивидуальные пенсионные коэффициенты, но он составит один коэффициент 37 тысячных.
если, допустим, застрахованному лицу не хватает индивидуальных пенсионных коэффициентов, да, они, ну, стажа как бы достаточно, наоборот, а вот индивидуальных пенсионных коэффициентов не хватает. Соответственно, у нас есть еще максимальный размер страховых взносов, да, он составляет 6391 рубль 4 копейки, и, соответственно, если самозанятый уплатит вот эту сумму, да, вот эти 400 тысяч, то у него уже баллов сформируется больше, 8,292 тысячных. То есть и год стажа будет сюда входить? Год стажа будет, и плюс 8 баллов. Плюс 8 баллов, абсолютно верно. Но для этого ему надо найти где-то 400 тысяч и внести в социальный фонд. Северный стаж мы купить не можем. Не можем. Но мы можем добавить, купить себе страховой стаж. Страховой. То есть это то, что нам обеспечивает вот эту обязательную страховую пенсию. Абсолютно верно, да. 309 человек за прошлый год уплатило страховые взносы добровольно в социальный фонд. Люди в основном вот идут на вот этот стаж, 50 тысяч платят? В основном, да. А если вот не хватает 2 года, можно заплатить 100 тысяч и купить эти 2 года? Нет, вот, допустим, не хватает 2 лет, да? Да. Необходимо состоять в добровольных правоотношениях с социальным фондом 2 года. Добровольные отношения с вашим социальным фондом, я должна прийти и написать заявление. Что, я вступаю с вами в регистрирую брак с социальным фондом и обязуюсь 2 года не разводиться? Подать заявление можно различными способами. Можно, обратившись лично в клиентскую службу, можно через портал государственных услуг, можно, на мой взгляд, самое удобное это использовать приложение «Мой налог», где самозанятые все регистрируются. Uh-huh. А в каком возрасте вот этим лучше озадачиться? Понимаю, например, что к пенсии я подойду, и у меня не будет хватать, там, не знаю, лет 5. И вот можно заранее как бы пойти в социальный фонд и прикупить, а то вдруг законодательство поменяется, и я потом не смогу этого сделать. Конечно, необходимо даже заботиться о своем дальнейшем, да, пенсионном обеспечении. Можно на портале государственных услуг, можно в личном кабинете в социальном фонде ознакомиться с выпиской из индивидуального лицевого счета. Там отражаются все, сколько стажа, сколько индивидуальных пенсионных коэффициентов, сколько северного стажа. Правильно поняла, что в год я могу купить только 1 год стажа? То есть вот если я даже заплачу 150 тысяч... Да. Но мне год будет прибавляться только через год. Мне сразу 3 года не прибавится. Однозначно нет. Вы должны ежегодно платить. Состоя 3 года, ежегодно платить вот определенную сумму. То есть я сразу 150 не могу заплатить? Вы можете заплатить 150 тысяч, но вы приобретете только год, но большее количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Стоимость одного пенсионного коэффициента равна вот в этом 24-м году 133 рубля 5 копеек. Что от этой стоимости зависит? Зависит от этой стоимости размер пенсии. Все просто. Количество индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на стоимость, на эти 133 рубля 5 копеек, и получается страховая пенсия. К ней плюсуется фиксированная выплата, которая у нас сейчас на Ямале там 12 с небольшим тысяч рублей. И вот получается, допустим, если гражданин имеет там, условно говоря, 40 баллов, да, 40 индивидуальных коэффициентов, умножается на 133 и прибавить фиксированную выплату, если он проживает на севере. Если, конечно, он не на севере, то у него без районного коэффициента фиксированная выплата. У нас районный коэффициент 1,5. Мы с вами выше говорили, что максимальный размер этого коэффициента, этих баллов, 30. Это минимальный требуемый размер для того, чтобы оформить страховую пенсию. Их может быть индивидуальных коэффициентов и 200. Кто как поработал в своей трудовой деятельности. Кто-то 60, кто 150. То есть они абсолютно разные. И поэтому пенсия у всех разная. Размер пенсии разный. А если у тебя нету 30 баллов, то тебе не начислят пенсию? Да. То есть да. Ты даже если работал, ну была небольшая зарплата, какими-то там фрагментами работал, и у тебя нету этих 30 баллов, то извини, то право на страховую пенсию не возникнет, пока 30 баллов не будет. Соответственно, для этого вот как раз и предусмотрели вот эту возможность купить эти баллы. Да, абсолютно верно. Правильно я поняла, что гораздо, ну, как бы, больше всего на нашу пенсию влияют именно эти коэффициенты, баллы? Да, количество баллов влияет на размер страховой пенсии по старости. Как молодой человек может влиять на вот этот самый балл сейчас, задумываясь о том, чтобы его пенсия была как можно больше?
Ну, прежде всего, участвовать, конечно, каким образом, да, состоять в трудовых отношениях, да, соответственно, чем больше заработная плата, тем больше количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Таким образом. Если у человека подработки, например, он по договору в разных работает там. Учитывается. Это все учитывается? Все учитывается.